Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем киберпанк и идем охотиться на смешер. Ладно, давай начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. И что мы будем делать столько времени? Ждать и смотреть. Окей, можно начинать. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Есть идея. Тип закана, ладно. Прикрывай ее на всякий случай. Выжди немного и иди за мной. А что такое резкий? Можешь открыть? Ну-ка. Теперь осторожнее. Ну, патроны цацки, весь набор. Видишь их? Надо по-тихому подобраться к терминалу. Твою ж мать! Не вылезай. Никто не слышал. Осторожней, у них тоже глаза есть. Отлично, добрались. Просканируй, вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Я сказал им этим дебилам, видимо, что... они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Я сказал этим дебилам, чтобы не мешались и держались подальше от контейнера. Конвейера. Посылки будут отправляться на берегу. Посиди с неделю на Энбунике. Пускай все утихнет. Скоро почувствуешь себя там, как дома. Если что случится, дай знать. У меня для тебя очень плохие новости. Ты, наверное, думаешь, кто я такой. Я вудуист. И ты знаешь... Ты она знаешь. Помнишь свой последний вход в сеть? Я тоже. Я взломал твой процессор, поместил туда кое-что. Делай, что я скажу, или твой мозг взорвется. По-моему, 1000 евро нормальная цена за жизнь. Плати, я удалю в своей программе, иначе я взорву тебе голову. Но сначала взорву голову того, кого ты любишь. Расскажешь копам, взорву тебе голову 2 раза. Я даю тебе 2 дня, чтобы заплатить. Я знаю, что ты читаешь это письмо, потому что установил тебе оптику камеры. Читаем мы это вместе. Короче, ладно, какая-то хуйта. Скорее, тихо. Может, они нас не заметят. Нам сейчас на главный склад Мальстрёма. Терминал там. Надо проверить, может, найдем что-то про Фишера. Вот и он. Это не. Выглядит не очень. Блять, ненавижу! Идем. Подрезал его! Все, блять, я разозлилась! Ч
Что происходит? Не понял, что происходит, ну ладно. Да нахер я это захерачу всех. Из меня стелс вообще, сам понимаешь. Она психует. Есть идея. Прикрывай ее на всякий выжди случай. Выжди немного и иди за мной. Окей. Я чуть не поймали. Мне вы... Нам сейчас на главный склад Мальстрёмов. Терминал там. Надо проверить. Может, найдем что-то про Смешера. У меня тут ситуация! Пошли нахуй. Лови что-то там. Сука. Вот за такими лучше смотреть в оба. Сейчас мы тебя достанем. Да нахуй я хочу перещелкать. А, блять, я вижу это. У них тяжелое оружие. Подрезал его. Ёб твою мать, ты куда стреляешь, на дурак? Не я, короче, так винтовка, ствол кривая. Есть только один путь. Вперед! Ну все, пиздец! Осторожней, у них тоже глаза есть. Тебя чуть не поймали. Не вылезай. Что-то херово мне! Вот так! Отлично! Мне что, все за тебя делать? Да. Ебать! Мне все самому стали делать! Твою ж... Сука. Осторожней, у них тоже глаза есть. Изламываемся, таки хуяк. Сука, мне мясо зацепило!
поймали. Не вылезай. Все, готов. Хорошо. Мы победили. Неудивительно. Тут работают камеры. Не подставляйся. Нет камер тут никаких. Чё ты гонишь-то? Подожди, а здесь чё? Кого лежит, что у тебя? Отлично, добрались. Просканируй, вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Боя нет, так, сохранимся. Все, сохранились. 500 раз не начинает. Вот и он, Эбуники. Выглядит не очень. Внутри будет еще хуже. Идем. Я уже давно иду, не знаю, что где-то. Не верит. Нужно обыскать палубу. Окей. Зачем ты вообще согласилась? Хочу свести счеты. Отомстить за Джонни? И это тоже. Эбуники. Работают камеры. Не подставляйся. Сейчас ты тоже сдохнешь! Все, есть еще кто? Никого? Нет? Так я и думала. Какой резкий, чё. Бля, ты это слышишь? Грейсон, да. Какой Грейсон? Этот говноед палит меня из моего пистолета. Малориан 3516. Хочешь поиграть? Да я бы этот звук за километр. Да ладно! Вы не выйдете отсюда живыми! Хватай пушку. Чё с тобой, дядя? А ну подойди! И где он? Ага. Это, кажется, не твое. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды? Видимо, да. Но не то чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? Знаешь, я могу раздавить тебе череп, как яйцо. Так, чтоб ты еще мог говорить какое-то время. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башне? Да похуй вообще. И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Да чем ладно, же пиздеть. Она поступилась? Чтобы потом так удобно устроиться. Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Ш-
Что он хочет сказать? Он пытается тебя отвлечь. Думает, у него есть шанс выкрутиться. Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили. Аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в херню сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Графику немного. Ты отведешь нас к Смешеру, урод. Улучшили, что смотрим. Даже если бы я захотел. Он не настолько мне доверяет. Эй, слушай, а чем тебе так интересен Смешер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанат? Да. Смешер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах, по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай. Ви, давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Он заслуживает смерти. Убить его? Да! В смысле, делай, как считаешь нужным. Смешеру досталось кое-что от Джонни. Могу отдать тебе. Только отпусти меня. Чё это, давай, чё? Ну и где диалог? Отпустим его, да? Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там. В контейнере на этом гиганте. А что внутри? Сам увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Вот и все, а че? Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Ну, кое-что мы узнали. Ага. Что они бросили тело Джонни на свалку, как мусор. Смешер! Блять! Заткнись! Смешер тут ни при чем! Он просто верхушка гребаного айсберга! Даже если мы его прикончим, что это изменит? У меня пушка теперь. Я пошла, тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется помочь одной. Еще с пистолетом, да? Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно, поищем контрольную панель. Отлично.
Тут какие-то штуки лежат, интересно. Так, что это так? Так, у нас пушка Сильверхенда, вообще шикарно. Она же вообще, по-моему, хедшотит, нет? Еще как-то ведет нас через жопу. Твою мать, я, кажется, знаю, что это. Мотоцикл или тачка? Ну-ка, что тут? Ого! Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись. Даже разрешу тебе вести. Да пошел ты, тебя уже нет, это моя тачка уже. Рычит, как тигрица. О, да. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бренную жопу. Не думал, что у вас с бестией все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались... Кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды я попробовал сводить ее в кино. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Так, 600 метров. Вы что, нам эту руку, что ли, искать электрическую? Мы что, потихонечку превращаемся в Сильверхэнда, что ли? Тачка, куртка. Блин, нахер? Ну ладно, если на, я говорю нахер, если найдем в руку, блин, распилим на того. Нахер она нужна? Уже недалеко. Ах, все хуже, чем я думал. Приехали. Это должно быть где-то здесь. Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Ну, меня вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или словно я опять сижу в Микоше. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы это реально была моя могила? Что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Легенда Найт-Сити. Хорошо звучит. Только что это вообще значит? Чего я достиг, пока орал чиппин-ин толпе озлобленных детишек? Дал им надежду. Доказал, что пиджаки не могут купить всего. Я помню, что я думал на сцене. Типа, даже если все они погибнут за идею, оно будет того стоить. Но когда я смотрю на тебя... Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил.
запомнился всем как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Ты не обязан исповедоваться передо мной во всех грехах. Я знаю. Но, может, мне хочется. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Жаль, мы не поговорили об этом с самого начала. Было бы легче. Да я все никак не мог выкроить время. Петр, помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил, и жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Ты до сих пор чувствуешь, что задыхаешься? Нет. Не скажу, что стало лучше, просто по-другому. Иногда, когда я просыпаюсь, мне кажется, наушечки, что я там вернулся. Ну, а где смотрю? Как ты вернулся? Ну, что тело теперь мое насовсем, что я свободен. Но через секунду накатывает чувство утраты, будто я потерял что-то важное. Потом я понимаю, что ты здесь, никуда не исчезал, и сразу чувствую какое-то глупое облегчение. У меня бывают такие же сны. Будто ты не умирал, и я... Это ты. Не то, чтобы я думаю, а что сделал бы Джонни? Просто делаю что-то и чувствую себя круто. Как будто, наконец, нашел свое место в этом мире. Наверное, это плохой знак. Нам надо что-то с этим делать. И поскорее. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. 50 лет придется. Она ушла совсем расстроенная. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Может, ты и прав. Она вела себя странно. Ты должен с ней поговорить. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей. Спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да. Я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Так, мы взяли пистолет и тачку Сильверхэнда. Позже, по следам прошлого. Что-то точно ничего нет. Старая драма. Так, что у нас пожиналось? Уже не помню, что мы с Бессюлетарем собачились. Нет, что-то точно так. Давай найдем модуль памяти, что нам? Кабанам, так.
какой-то туман, что-то раньше солнце было нормальным. Или это меняется с погода, с прохождением именно сюжетной линии. Солнце было нормально, что-то как туман, дожди и вообще дерьмо. Солнце хочу, и так здесь уже снег, блин, задолбал. Хоть в игре хоть нормальная погода будет. А здесь непонятно, что будет. Погода. Это сколько жмет? Да не. Не больше той. Оп. Выжгем. О! Ты здесь? Я точно знаю. Этого попробуем выжечь. Редкие компоненты тут, смотри-ка. Так, 900 рублей, нормально. Что-то раньше побольше давали, нет? Так, короче, какой-то так. Вроде бы все собрали. Ну как поездка к тюнным скважинам? Твоя затрата времени — это как сабуки, сабуники? Чё, нет ответов. Чё, тачку нашли, почему, блин? Нормально, нормально съездили, считаю. Вау, дурак, блин, ты чё встал-то, блин? Это долбоёжик был. Неявный поворот такой, ну ладно. Сейчас найдем. Прошу прощения.
700. Ого, а где я нашел? Прикинь, что 700. Так. Брони было чуть побольше, но... разберем. Чё, клинковое оружие? Критический урон, ну ладно, мы ее апгрейдим. Создание, так, улучшение. Папа. А что нужно? Ёпа-мать. Так, ну так, чё? Пофигу. Соня узнала этого мужика. Говорит, он правда крутой. Это который снял... Фига себе, катан. Я найду, это вопрос времени. Ты здесь? Я точно знаю. Привет, Джуди, как дела? Да, все по-прежнему. А у тебя? А я думал, ты записала меня во враги после смерти Майка. Я пересмотрела запись того дня. У тебя не было выхода. Я не хочу сейчас ворошить прошлое. У меня к тебе просьба. Какая? Да, с тобой не соскучишься. Рассказывай. Ты точно не из тех, кто позволяет себе скучать. Особенно рядом с тобой. Хватит друг другу подлизывать. Ну, что за просьба? Я и не подлизываю. Подробности будут потом. Главное, для этого задания тебе не нужно оружие. Только гидрокостюм. Это еще что за гидрокостюм? Ты меня заинтриговала. А зачем гидрокостюм? Так я тебе и рассказала. Придется поднапрячь воображение. А ты знаешь, как ко мне подкатить. О, то ли еще будет. Ладно, ладно, уговорила. Тебе повезло. Я отлично смотрюсь в гидрокостюме. За ранчо Коронадо есть дамба. Знаешь? Да. А что с ней? Да с ней все норм. У озера стоит маленькая заброшенная бунгало. Приезжай туда на закате. То есть... Это свидание? Ты не в моем вкусе, друг. Просто приходи. Я буду ждать.
Не, не вызовем, потому что нужно БД, а у нас он нет, да? Ладно. Че накопится, так пошлепаемся, а нахер они нужны чуть. Ну-ка дай-ка я попробую нахер. СССР на красном. Ты что, живой что ли? Еще что-то не понял. Че, нам не дадут репутацию? Перегревается. Перегрев. О, господи, что-то. Сигналит. Пойдемте найдем этот чип и... Так, поехали. Тачка круче, она как-то, ну, не знаю, по управляемости, что ли. Правда, историческая. Но в плане того, что не футуристичная такая уже. Без всяких этих выебонов и наоборот. Дрен батон, а как мне туда попасть? Что-то... У них нет выхода на крышу. Есть один дурачок, Алаис Даген, даром, что имя звучное. Сучонок обманул мое доверие и свинтил из города. Ну и хер с ним. Меня интересует только информация с его компа, который он оставил в Найт-Сити. Глянь мое письмо, там написано, что делать. Какой собственности мы? О. Так, что за письмо?
не берется что-то. Да блин, подвинься. Дайте кофейку. Так, евро-доллара. Это мое. Так, мое сказал. 12, так. Тут нарколыги, осколочная граната. Чё, всё, что ли? Берет. Что-то осталось, не Что за ноутбук? Где его? Где его? Где его искать? А тут, наверное, нет ничего. Ну, чтоб не ходить, не хочется два раза приходить. На, хотя что? Замыкаем долбоежиков. Ладно, пошли. Так, что у нас там? Т-телефон. Сандрина. Что, сразу к делу? Ну да, нашел, и ты прикинь, где? В норе у мусорщиков. Сандра, ты чего? Да я просто... Мне рассказали, как все было, и теперь не могу отделаться от мыслей. Я догадывалась, что мой банк у них, но не могла же я сама пойти его возвращать. Пытаюсь себе внушить, что этих людей больше нет, что опасность миновала. У тебя же платиновый статус в травме. С этими ребятами не пропадешь. Блокировку сигнала у тебя наверняка уже сняли. Ну да, но кто знает, что мусорщики придумают в следующий раз.
Ладно, надо жить дальше, у меня теперь другие заботы. Хочешь об этом поговорить? Да нет, я так. Доставь модуль памяти в мою квартиру. Сейчас вышлю адрес. Спасибо. Так, чё, подожди. Снаряжение. А где у нас это так? А чё, где этот модуль памяти? Хрена себе, барахла мне сколько. VIP-карта от облаков, а где моя подобрать? Где карта? А что, мы не можем отдать это, вскрыть, что ли, эту херню? Подожди, почему? Так. Ничего нельзя с ним сделать. Почему-то нажимаю на это и падает FPS вообще не по-детски. Чуть не пойму. Ладно, хер с ним. Чижики там стоят, ну а потом. Чик, 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 чик. Так, сюда поехал. Маленький Китай, так. Так, у нас время. Да дадим, а нахуй там чё? Сандра, это Ви. У меня твой модуль памяти. Сандра, ты здесь? Ты один? Никого с собой не привел? Ну, как видишь. Входи. Не люблю, когда двери нараспашку. Ты до сих пор боишься мусорщиков? А мне говорили, что ты ничего не будешь помнить. Мусорщиков? Нет, я боюсь... Ладно, неважно. Где модуль памяти? Если ты боишься не мусорщиков, тогда кого? Я плачу тебе не за то, чтобы ты задавал лишние вопросы. Ладно, ладно. Но ты сама об этом заговорила. И вообще, я тебе жизнь спас. Могу и спросить. Тебе за это заплатили. Я была просто предметом заказа. Вот и не набивайся в друзья. Так что, где мой модуль памяти? Вот, не волнуйся, в целости и сохранности. Когда меня просят не волноваться, это значит, от меня что-то пытаются скрыть. Скажи честно, ты посмотрел, что там внутри? А что там внутри? Нет, у профессионалов принято дорожить репутацией. Хорошо. Тогда держи, за профессионализм. Добавила небольшой бонус за сохранность личных тайн. 800 Спасибо. Рублей. Увидимся. Знаешь что?
все автоматом. Еще могу их напиться. Так, наша тачка. Ну что, предлагаю тогда на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Также не забывайте про все уведомления, колокольчики. Берегите себя и пока-пока. Пока-пока.